What is happiness for you? Так, а вот тут у нас будет, вот тут у нас будет выросное помещение. Вот. Вот такое запланировано выросное помещение. Практика показывает, что если выросное помещение делается, не приспосабливается, а делается под грибы, то можно сразу вытяжную вентиляцию, лучше всего сразу муровывать в пол. Это вытяжная вентиляция, целая система, которая будет из разных углов отбирать внизу углекислый газ, там споры, мусор даже, то есть какой-то пылесос. Вот, и это все будет выдувать на улицу. И вот такое помещение. Здесь 2,50 высота, довольно-таки хорошо и удобно. На 4 ряда пристеночных стеллажей. И то есть по периметру можно будет разместить. По приблизительным подсчетам мы где-то себе рассчитали, что только на сами стены можно будет разместить приблизительно 350 блоков. Вот в это помещение здесь, ну, где-то 5 на 5, где-то так грубо говоря. Ну и еще, где вот эти каналы планируется в дальнейшем, если будет необходимость, можно поставить еще центральные два стеллажа на две стороны с блоками. То есть, ну, в общем, количество это помещение можно будет поместить так, спокойно себе, около 500 блоков. Ну, фактически там для нужд монастыря. Там будет достаточно иметь и грибов. Здесь это будет помещение только для вешенки, а соседнее помещение здесь еще, ну там вообще нету никакого ремонта, там нечего показывать, просто там подвал, еще пока лежит мусор, то там будет помещение для шиитаки, ну и отдельно там экзотика будет. Может королевская, рейши, какие-то герицы. Это чуть позже будут сделаны еще те помещения. Вот такая вот экскурсия. Тут будет в дверях приточная вентиляция. По потолку сделаем из трубы пластиковой, значит, сделаем вентиляцию по всему помещению, чтобы распространить воздух, так вот раздать. Чтобы не делать какую-то там рециркуляцию, все такое, мы сделаем просто на все помещение вентиляцию. Да, ну и здесь в полу вот эта яма, это сточная, ну, сточная, да, такая вот будет при поливе, там, летом, или уборке помещения, или вдруг, если сюда подойдет вода, то сделали все-таки место, куда она будет собираться, можно ее отсюда или откачивать, ну, откачивать можно насос. Это на всякий случай, всегда должна быть такая яма, чтобы вода не собиралась на полу, потом ее как собрать? Тряпкой. Вот, то будет такая вот сточная яма, сверху будет щит и будет все выглядеть аккуратно и красиво. Вот, тут наша лаборатория. Сейчас будем делать мешки.